Саженцы айвы красивый фалконет Скарлетт являются гибридным невысоким кустарником не больше 1,5-2 метров в высоту. Листва его темно-зеленая и блестящая. Растение декоративное. Цветение происходит в мае. Фалконет Скарлетт покрывается крупными махровыми цветами темно-розового оттенка. Цветение длится довольно долго, примерно 20 дней. Используется растение для украшения участков, в групповых посадках, для оформления бордюров и каменистых горок. Айва хорошо переносит засуху и предпочитает расти в легком плодородном грунте. Она морозостойка и хорошо выдерживает перепады температур. Айва красивая фалконет Скарлетт – это многолетнее растение высотой 150-200 см. Кустарник лиственный лучше всего подходит для одиноких посадок, групповых посадок и может достигать до 150 см в диаметре. Айва прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для кислых почв. Расцветает айва красивая фалконет Скарлетт в месяц май. Цветок окрашен в темно-розовый цвет. Лист этого прекрасного растения по форме яйцевидный. Летом листва темно-зеленая, осенью листва желтая. Айва красивая фалконет Скарлетт имеет средний срок созревания. Плоды айвы созревают в месяце октябрь. Форма у плода грушевидная. Цвет плода желтая. Обратите внимание, что айва красивая фалконет Скарлетт, самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lafa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.